Привет, друзья! Теплые деньки и солнце – это всегда активный образ жизни и, конечно же, отдых. И сегодня поговорим о том, без чего редко обходится столь распространенный отдых на природе – о палатках. Если у вас они ассоциируются с мучительным процессом сборки и упаковки, то спешим вас заверить, в сегодняшнем ролике только лучшие представители, ряд из которых вообще раскладываются автоматически. Никаких неудобств, только отдых и комфорт. Ссылки на лучшие цены у проверенных продавцов будут в описании под роликом. Приятного просмотра! Палатка Huey Lin Yan. Конструкция этой палатки обеспечивает возможность быстрой и простой установки. Справиться с такой задачей даже человек, далекий от туризма. Поэтому она лучшая для комфортного обустройства кемпинга или поездки на автомобиле или мотоцикле, когда предполагается ночевка на свежем воздухе. Для установки достаточно просто вынуть тент из чехла, зафиксировать дно колышками и расправить тамбур. Такая вещь пригодится и при прохождении многодневных туристических маршрутов. Каркас у палатки крепкий и устойчивый, он отлично выдерживает порывы ветра. Однако сильный дождь для нее более сложное испытание. Так как дополнительного тента у палатки нет, она может промокать под сильным дождем. В остальном покупатели на странице продавца с AliExpress хвалят этот товар и рекомендуют к покупке. Палатка Shanghai Four Seasons Camping ST05. Ее часто заказывают любители пеших походов и отдыха на открытом воздухе. Эта модель автоматическая, она легко раскладывается буквально за несколько секунд, а перед отправлением домой можно будет без усилий сложить ее в рюкзак. Дуги изготовлены из стали, основной материал – полиэфирная водонепроницаемая тафта. Палатка однослойная и легкая, на двери есть москитная сетка. В ассортименте есть два варианта камуфляжной расцветки. Палатка ST05 вместительная, внутри могут спать 4 человека вплотную друг к другу. Палатка Desert & Fox S022ZDZ. На нее стоит обратить внимание тем, кто ищет недорогую туристическую палатку с хорошей вместительностью. В ней могут комфортно спать 3-4 человека, при этом общий вес палатки со всеми комплектующими не превышает 4,2 кг. Индекс водоустойчивости до 3000 мм. Тент сшит из полиэстера и тканей Oxford. Для лучшей вентиляции предусмотрены две двери. В набор входят 4 веревки, 8 колышков и удобный чехол для переноски. Эта модель автоматическая, поэтому раскладывать и собирать ее достаточно легко. Кемпинговую палатку часто заказывают для семейного отдыха или зимней рыбалки. Летом можно удобно разместиться возле открытой двери, а в холодное время двойной слой материала защитит от продувающего ветра. Палатка Lanshan 3F UL Gear. Для пешеходных походов всегда выбирают максимально легкую туристическую палатку. Представленный вариант – один из самых лучших спальных домиков для трекинга, альпинизма и велопоходов. Его преимущества оценят туристы-одиночки. Минимальный вес – около килограмма, простая конструкция и быстрая сборка – это то, что присутствует в этом изделии. Есть возможность заказать и в двухместном исполнении. Стойки выполнены из легкого алюминия, что положительно влияет на общий вес. Тент тонкий, но довольно прочный. Испытание дождем палатка проходит без проблем. Приятно удивляет качество фурнитуры. Растяжки выполнены из светоотражающего шнура. Молнии не заедают, все крепления на месте. По качеству пошива и проклейки швов претензий нет. Рассчитана модель на походы в теплое время года. Палатка Shanghai Four Seasons Camping ST212. Внутри палатки есть две комнаты, в которых могут спокойно разместиться 8-10 человек. Эта кемпинговая палатка действительно большая, ее размеры 430 на 305 на 200 сантиметров. Весит она соответствующее более 16 килограмм.
Материал изготовления полиэстер 210T. Его уровень водонепроницаемости составляет 4500 мм и 6000 мм в нижней части. Защита от солнца UV-50. Конструкция здесь достаточно прочная. Стальные трубы, шест из фибергласса и стойка для передней двери. По всему периметру палатки находятся окна с москитными сетками. В хорошую погоду можно убрать стены и отдыхать в тамбуре под навесом. Несмотря на свой большой вес, в собранном виде палатка занимает не так уж и много места – 68 на 26 на 26 сантиметров. Комплектация полная, продавец надежно упаковывает товар, так что повреждения в процессе пересылки исключены. Палатка Nature Hike Mangar NH17T007M. Эта туристическая палатка объединяет в себе премиальное качество и невысокую цену. Ее отличительной особенностью стал дизайн. За счет оригинального расположения дуг и тента удалось добиться идеально круглой формы. Палатка устойчивая, в ней с комфортом размещаются 2-3 человека. При этом изделие не занимает много места в кемпинге. В летнюю жару можно убрать один слой материала, оставив верхний тент. Благодаря этому воздух будет свободно циркулировать, и при этом туристы не намокнут под дождем. Еще одно преимущество палатки – усиленная защита от воды – 4000 мм. За счет специальной силиконовой пропитки материал не пропускает влагу даже в сильный ливень. Колышки изготовлены из прочного алюминия, они не сгибаются под давлением. Палатка легкая, общий вес комплекта составляет менее 2 кг. Палатка Le Creux Sun Shelters. Это одна из самых популярных пляжных палаток на AliExpress. Эта детская модель с защитой от ультрафиолетовых лучей произвела фурор среди покупателей. Благодаря автоматическому механизму она элементарно раскладывается, а места внутри хватает даже для родителей. В ассортименте более 30 вариантов дизайна. Размер модели 110 на 150 на 165 см. В сложенном виде диаметр сумки не превышает 50 сантиметров. Для пошива использовалась плотная ткань Oxford 210D с двойными швами. Палатка отличается хорошей устойчивостью и качеством изготовления. Она не сломается из-за сильного ветра, защитит от солнца и небольшого дождя. Все палатки из ролика призваны не усложнять ваш отдых, а упрощать и дарить комфорт. Особенно это касается автоматически раскладывающихся палаток. Все ссылки на лучшие цены у проверенных продавцов в описании под роликом. Спасибо за просмотр!